про фазы хилы. Там отбегать надо туда сюда. А нас народу уже достаточно. Там 15 человек вообще спокойно убивает. Третья ката и в 10 убивает. Ну я говорю, там вообще вата босс вообще. Угу. В третьей кате. На там четвертый просто... сложнее. У него да. На четвертой эти стаки накапают. На четвертой там, уже... там какие-то кристаллы, что-то собирают. Там туда, не туда. Кристаллы, там лужи. Ну я не помню, просто я имею в виду, что там... Что-то в центр сбегается, там круг какой-то, там что-то ваншотает или что-то не ваншотает, там дамажит отовсюду. А третья ката там что, побил-побил, отбежал, побил-побил, отбежал, все. Больше ничего нету. А что, суммон-то будет, нет? Ну, суммон. Сейчас, сейчас начнется суммон. Так. А это что, сколько людям делаем-то хоть в гильдии третью кату? Одному, двум? Не знаю. Кто-нибудь тут поставит? Сколько людям делают? Есть то в пати? Какая разница? Ну, как какая разница? Большая разница. Ну, какая разница? Одному или десятерым? Вот если попросили, да. Гильдии помощь, какая разница? Ну, просто хоть это... хотя бы знать, сколько в гильдии станет третьей каты. Вот для этого разница. Пишу и поймешь. Я так думаю... Наехали на пацана, короче. Че ты гонишь? Я так думаю, ты в том числе тут. Нет, у меня уже есть третья карта. А вот это Юка, как тебя зовут? Маша. Маша. Да не переживай, это мы ровные пацанчики, мы всегда поможем. Тебе не к тому, что мы за одного там пойдем или за двух, тебе просто говорят о том, что сколько в гильдии сейчас прибавится народу плюс три. Вот так. Так увидишь, к чему это все. Бубнит. У тебя голос страшный, поэтому она бубнит на тебя. Я боюсь тебя. Вой, пойдем, Саб, ты тебя присмотрел или нет? Рыбу поешь и пойдем. Тут где-то рыбу поставили вроде. А, вон она стоит. Давай рыбу ешь, я тебе пок... Не там падаешь! А что, падать куда-то надо? Не-не-не, тут я тебе покажу спуск нормальный. Все, давай, поехали. Поехали. Это место, где эти великаны ходили, да, раньше? Да. Угу. Ай, я промазал. Резайте меня. Там просто когда падаешь, жизнь тебя. А где надо делать? Там, сверху. Видите, да я мог бы спрыгнуть, у меня парашют тогда есть. У кого там боб есть? Ловите сейчас, прыгать. Короче, пошел я опять вставать. Это 15 миллионов, и босса 3 раза его надо... У него 2 раза. 2 фазы. Ну или давай. Подожди, я тебя сейчас резну. Да я уже бегу опять с кладбища. Чё туда бежать? Ой, это почему ты быстрее меня бежишь? Не знаю. Может быть чарка. Ноги накачанные. А, да, может ноги накачанные. Не, ноги здесь ни при чём, потому что мы на трассе. Ты, короче, у тебя мотоцикл медленный. Да ёп! Все, мы съездим. Резайте меня. А давайте вот кто-то вниз прибежал, просто лок сюда придет и шкаф поставит. Давай, я уже хочу танковать. Мерс. Вот. 40 секунд. Вон, ой, ты видишь кристаллик? Все. Вот, был 30, вон он. Боб по мне сейчас прожимай. Угу, в основном, я лежу. Ну вставай. Ты ладно, 8 секунд. Прыгай давай, Макс, я словлю. Ага, ты успеешь? Успею, давай. А, я же читер, я тоже умею так делать. Так к ним нельзя подходить, он агрится, да? Да. Ты прыгаешь? Да. Лови. Да почему? А где ты умер там? Вот здесь вот. Это вот сейчас как бы хорошо, босса резается 5 минут, там 10 минут. А раньше по 6 часов ждали, по 12. А он сутки резался.
Че ты так далеко туда ушел? Я думал, ты рядом. Да чарж еще не сработал почему-то. По сути, чаржа может спасать по своей. Приходили и алики, и орда, и они дрались сначала между собой. Руть на характеристики, и алкашный плащ на скорость, и алкашный руки. Давай оперативней. Вот да. Давай, короче, сейчас босса убьем и потом зачарим. Да, хорошо. И там два камня, два на мастерство и один на силу. Хорошо. Гера выйдет сегодня или нет, у шамана тоже? Чем тебе шаман? Сам Гера включи. Отбежали. Ба. Ой-ой-ой. Ну побежали, чё. Классно, я чаржнулся. Обратно к теме. Отбежали. Подсейвил, да? Ох, как подсейвил-то. Ага. Да, опять не сменился. Хант напуливай. Что там за хант? Не знаю. Пук? Наверное. Добрый вечер всем. Здорово. Ну вот видишь, зашел с лаковищем. Отбежали. Отбежали. Гера, давай. Ай, примерз. Босс поменялся. Турим, ё-моё. Да. Лиходером никто это. Тут-то главное не сдохните. Тут от хилы уже. Не помню, тут тоже отбегать надо, нет? Нет, нет. Чуть-чуть покрутиться надо. Если тело уже бьет. И перед рожей не стоит, иначе сдохнешь. Блин, еще и магов нет. Блин, да хант сагрит, если я отойду вот пятцу. Отсейвить вас чуть-чуть, что ли. Все, да? Да. Да, сейчас я супчик помешаю и начну сбор. Дайте портал, маги есть. Дайте масс-рез.
оливаем с этого ряда? Да, да, да. Да, давай, безумец, мен.